пятницу в Самарской области ясно и без осадков, 23-26, тепла днем, ночью 16-18 выше 0, ветер юго-восточный-восточный 1-3 метра в секунду. В Сызрани безоблачно, днем плюс 25, ночью плюс 18, юго-восточный 3 метра в секунду. В Тольятти солнечно, днем плюс 25, ночью плюс 17, юго-восточный ветер 2 метра в секунду. В Самаре ясно, плюс 24 градуса в дневное время, ночью плюс 16, ветер восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 46%, температура воды в реке Волга 18 градусов, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.